Дорогие друзья, сегодня в нашем очень сложном мире, когда так много зла и агрессии и в нашей стране, и во всем мире, очень важно, чтобы люди дарили друг другу любовь и доброту, чтобы ни в коем случае не проявляли свою агрессию, злобу, ненависть. И я как артист, я со сцены всегда дарю любовь и доброту каждому зрителю. Каждому, без исключения, хочет он того или не хочет. И даже если кто-то не хочет, чтобы я ему дарил это добро, я ему все равно дарю это добро. Я даю ему, у меня этого добра вот так вот валом. На зло нужно отвечать добром еще вдвое больше, втрое больше. Он пришел думать, что я ему буду на зло злом отвечать. Вот, я ему добро буду нести, буду ему прямо вот так вот, вот он зло сидит, я ему буду в рожу эту любовь и доброту буду ему истощать из своего сердца, потому что я добрый клоун, а не так, как те твари злые, а я добрый, и я на них не хочу быть похожим, на этих злых людей. Вот. Ну, как-то так. Снято, да? Сняли? Снято. Ну что, по-доброму было так, душевненько? По-доброму. Душевненько. О, фу. А что вы смеетесь? Что? А что вы смеетесь? Что смешного? Блин, я добро несу, тут про добро им втираю, а теперь жутко. Вы... Да ну вообще, ребята, не так.